Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем шапку-ушанку, но только поперек. Вот она у меня связана. Вязать будем два как бы размера, но это как бы, либо это полноценные две шапки двух размеров, либо если вязать двойную, вот предполагалось двойная, сейчас у меня просто это как две полноценные шапки. Но их можно, то есть, если вязать эти два размера, то меньшую вставить в большую и соединить кетлевкой, будет двойная шапка. Вязать я буду вот эту вот и оговаривать вот эту вот серую побольше. Либо это очень, большой размер, это вы уже сами распорядитесь, либо это двойная шапка. То есть, если для двойной шапки, то нужно вязать одну больше, одну меньше, и меньше шапка вставляется в большую и соединяется по краю кетлевкой. Эта шапка, которая меньше, у меня окружность головы 52 сантиметра, а та, которая больше, на окружность головы 55 сантиметров. Ну, это ж мы понимаем, что у нас платочная вязка, и она очень тянется. А если вы хотите, чтобы я вам показала, как соединить эти две шапки в двойную, то пишите в комментариях. Я сниму отдельное видео, как их соединить и как обвязать кетлевкой. Но судя по первому видео, девчонки, всем все понятно, поэтому переходите на первое мое видео, и там вы увидите кетлевочку, которая можно соединить эти две шапки. Итак, теперь, девчонки, поговорим о пряже. Я вот здесь вот сделала вот такой вот конспект. Женская, мужская, это я написала меньше размер, больше размер. Это так предположительно, чтобы, различить их. Либо для двойной нижняя, верхняя, да. Значит, спицы я использовала 3,5 мм. Плотность вязания в 10 сантиметрах 18 петель, в 10 сантиметрах 40 рядов в высоту. Вот здесь вот я написала мои рекомендации по пряже, чтобы попасть в эту плотность вязания. Значит, Ализе Лана Голдфайн 2 сложения, 49-51 состав, 49-6, 51 акрил. То есть это будет потеплее. Значит, Ализе Суперлана Тыг Тык 3 сложения, здесь состав меньше шерсти 25 и 75 акрила, то есть не такая теплая. Вот, Ализе Альпака Роял в 1 сложение, 30% альпака, 15 шерсть, 55 акрил. Ализе Лана Голд Классик в 1 сложение, тоже теплая, вот это теплая, вот это теплая. И Ализе Лана Голд 800 в 4 сложения. То есть любую из этой пряжи вы можете использовать. То есть вот вам подсказка, по этому листочку вы как бы определитесь, с какой пряжей вам вязать. Вот. Ну и важно очень попасть в плотность, то есть регулируйте тоже спицами, потому что шапка поперечная, здесь все зависит от плотности вязания. Если вы не попадете в плотность, то шапка будет либо большая, либо маленькая. Тут обязательно вяжите образец и корректируйте потом образец, либо тоньше спицы взять, либо толще спицы взять. Но важно, очень важно попасть именно в эту плотность в поперечном вязании. Вот. Кто с Украины, девчонки, переходим вниз по ссылочке и покупаем пряжу. То есть это очень важный момент, попасть в плотность при поперечном вязании. Все, девчоночки. Значит, вязать я буду меньше размер, вот этот меньший вариант, больший вариант у меня вот связан. Вот все нюансы различий я буду рассказывать по ходу вязания. Значит, в основе шапки у нас лежит шапка бини, то есть макушка у нас по голове такая прикольно кругленькая, сидящая на голове, поэтому шапка бини, классическая шапка бини, поперечное вязание. Вот, и я набираю нужное мне количество петель, это 41 петля, 2, на вспомогательную нить, внимание, 3. сорок одна петля. Далее я беру основную нить, которой я буду вязать. Вот у меня распущена, потому что я вязала образец, я сверяла плотности. Здесь об этой нити я не говорю ничего, потому что у меня здесь вообще непонятного производства. Вот остатки нити, которая у меня 200 метров в 100 граммах, и 2 нити я добавила кидмахера, поэтому и тем самым приблизительно сделала 180 метров 100 граммов, 180, 190. Вот ту же плотность, которой мы, как бы, рекомендуемая плотность в районе 200 метров 100 граммов. Значит, и вяжу первый ряд лицевыми петлями, включая вот первую петлю, потому что нам нужно первую петлю задействовать, если у нас вспомогательная нить. Так, и последнюю петлю мы тоже вяжем лицевой. Далее поворачиваемся, вяжем второй ряд. Итак, второй ряд в конце мы тоже делаем лицевую петлю. И третий ряд. С третьего ряда мы начинаем делать наши незаконченные ряды. Так, в конце ряда у нас остается последняя кромочная. Мы ее не довязываем. Поворачиваем работу на изнаночный ряд. Здесь на изнаночную сторону. Здесь мы делаем вот таким вот образом, то есть вот так вот берем петельку, перекручиваем ее и одеваем сзади вот так вот скрученную петлю, одеваем, это наша воздушная петля, и вяжем ряд до конца. Это у нас уже четвертый ряд. Здесь в пятом ряду, смотрите, вот мы в предыдущем ряду оставили вот эту петлю, вот это у нас добавленная дополнительно, и эта петля идет отсюда, из основного вязания. Мы оставляем вот эти две петли, то есть дополнительную, которую мы не считаем как петлю, и эту одну петлю с основного вязания. Снова поворачиваем, снова делаем вот такую вот воздушную петлю дополнительную и вяжем шестой ряд. Так, здесь вот смотрите, опять мы каждый раз не доходим одну петлю до дырочки. Вот мы основываемся на вот эти вот дырочки. Только как только мы видим, что здесь у нас последняя петля воздушная и последняя, и за ними дырка, вот две петли мы оставляем и поворачиваемся. То есть в каждом ряду, лицевом ряду, мы оставляем одну петлю недовязанную из основного вязания. Так как вот эту, повторюсь, мы не считаем. Вот мы считаем только ту петлю из основного вязания. И так продолжаем. То есть в каждом изнаночный ряд мы делаем воздушную. Так, изнаночный ряд мы делаем дополнительную петлю. И вяжем ряд до конца. В лицевом ряду мы не довязываем одну петлю. То есть в следующем ряду я закончу вязание вот здесь вот. То есть каждый раз у меня вот такая вот парочка петель будет оставаться, между ними дырочки. Итак, смотрите, всего у меня здесь незаконченных рядов 10. То есть 1, 2, 3, 4. Вот они видно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Всего 22 ряда здесь у меня. То есть вот этот сектор. 10 незаконченных рядов по одной петле. Всего 22 ряда. 22 ряда. У нас раппорт составляет вот эта вот часть. То есть дальше мы будем плясать от вот этого как бы клинышка. Вот он раппорт. Другое дело, что мы потом там будем добавлять ухо и козырек, но в основе лежит вот этот вот именно раппорт, который состоит из 22 рядов. При этом Первые два ряда мы провязываем ровно, как начальные. Далее по одной петле вот, оставляем незаконченные ряды, тем самым вывязываем вот такой вот клиныш. Так, а раппорт для большого размера, девчонки, у нас составляет... Здесь у нас 11 незаконченных рядов для большого размера и 24 ряда всего. То есть на 2 ряда больше, тем самым на пол сантиметра больше. Он потом по итогу из каждого раппорта сама шапка у нас будет на 4,5 окружность больше, чем в этом. Вот, то есть основываемся на вот эти вот два раппорта. Далее мы начинаем новый раппорт, то есть вяжем цельный ряд. Вот в начале каждого раппорта мы вяжем цельный ряд. Вначале мы провязали просто два ряда, первый и второй. Теперь у нас начало следующего раппорта. То есть это у нас первый, второй ряд раппорта. Сейчас мы вяжем. В нем же мы соединяем эти все петли, незаконченные ряды. Вот, мы довязываем до первой воздушной петли. Смотрите, вот у нас скос, вот такой вот у нас угол. И соединяем ее со следующим, таким вот образом. То есть мы их провязываем вместе со следующей. И все воздушные петли мы провязываем вместе со следующей петлей из основного вязания, тем самым соединяя это в единое полотно. Видите, эти петли служат таким вот скреплением, чтобы не остались вот эти вот дырки. Так, и здесь вот последняя у нас и кромочная, их мы провязываем 2 петли вместе изнаночной. Второй ряд мы вяжем ровно, теперь вот первую петлю снимаем и вяжем ровно. Ну, то есть уже мы соединили, это наш первый, второй ряд, как мы вязали в начале. Далее мы продолжим опять же оставлять незаконченные ряды, но сейчас с этого момента, со второго раппорта у нас начинается ухо. Вот, сейчас мы доберем на него петли, то есть вязание у нас увеличивается. Вот таким вот образом. Так, довязали до конца ряда, последняя петля. И теперь мы добавляем 20 петель. Вот таким вот образом. 1, 2. Затягиваем хорошо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Так, значит, есть. Значит, мы добавили до этой точки 20 петель. Это и для того размера. Вот, значит, здесь у нас для этого размера у нас получилось на данном этапе 70 петель, а здесь у нас 61 петля. Вот. Ну, в смысле, это я для размера, я имею в виду вот это вот для этого размера, а это число для этого размера большего. Теперь я вяжу, опять же, все лицевыми петлями, тут ничего не меняется. Единственное, что здесь мы будем делать скос, мы будем добавлять петли. Сейчас я вам все покажу на ушке. То есть у нас будет неровное ушко, а мы будем добавлять петли. С этой стороны опять мы вывязываем скос очередной. На ушко у нас уйдет 2 раппорта. Вот. На заднюю часть 1 ушел. Вот все основывается на вот эти вот как бы клинья. Так, вяжем до конца ряда. вернее не до конца. Теперь мы уже начинаем вязать незаконченные ряды со второго, с третьего, это третий ряд как бы раппорта, мы вяжем незаконченные ряды. Так, вот она, первая петля мы оставляем, поворачиваемся и продолжаем уже вязать с этой стороны незаконченные ряды. Ну, и, а я добавила воздушную петлю. Показалось, что я не добавила воздушную петлю. Этот ряд мы вяжем до конца без изменений. Мы только в изнаночном ряду, только поворачиваемся в начале, делаем дополнительную петлю, ой, воздушную дополнительную петлю и вяжем до конца. Последняя петля лицевая. Поворачиваемся, и вот в лицевом ряду мы делаем добавление. Каким образом? Первую петлю мы снимаем, а вот из узелка второй мы вывязываем дополнительную петлю и далее вяжем лицевыми. И так вот в начале каждого лицевого ряда мы будем добавлять по одной петле, а в конце мы будем вязать незаконченные ряды. Вот здесь вот у нас, смотрите, мы далее продолжаем. Ну, в общем, все, как мы делали в первом раппорте. Поворачиваю, вяжу ряд до конца, в следующем ряду, в начале, опять же, в начале здесь добавляю дополнительную, в конце вяжу незаконченный ряд. Вот, и продолжаем. Итак, я провязала, вот смотрите, уже даже привязала ниточку, и так неудачно. Другой клубок, потому что у меня был от манишки остаток ниточек, я надеюсь, оно там не будет заметно. Значит, всего добавление у меня 6 раз для всех размеров, то есть здесь у меня провязано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 рядов, да? Вот сначала ориентируйтесь. Это для обеих размеров. Это значит, что 6 раз мы тут добавили. Здесь сокращаем, сокращаем. И продолжаем здесь вязать ровно. То есть больше мы не добавляем. Мы здесь уже вяжем ровненько. То есть, что у нас здесь получается? 76 петель. 76. Здесь у меня 67. Число перевертыш у нас здесь получился такой вот прекрасный. Далее вяжем ровно. Так, смотрим. Закончился у меня второй раппорт. Вот так вот это выглядит. Вот оно ушко. Вот оно здесь ровно я провязала. И сейчас нахожусь вот здесь вот в конце второго раппорта. И далее что я делаю? Я еще вяжу здесь ровно, вот видите, вот ровно, а здесь начинаю третий раппорт, то есть третий цикл незаконченных рядов. И продолжаю вязать. Итак, что у меня сейчас здесь? Значит, сейчас пришло время делать второй скос. Я нахожусь на третьем раппорте. Вот как схематически у меня нарисовано, так и есть. Вот где-то в этой точке. В середине как бы раппорта. Сейчас я посчитаю, сколько у меня рядов от начала. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 4, 28, 29, 30 рядов. Здесь от начала, значит, 30 рядов, а если большой размер, то это 34 ряда, потому что помним, что там на 4 ряда больше Ну, то есть на 2 раппорт, а так как у меня здесь 2 раппорта, то 34. То есть, если визуально смотреть, то должно быть здесь, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 4 незаконченных ряда. И в 5-м незаконченном ряду для этого размера и в 6-м для большого размера. Девчонки, внимание, в 6-м. Ряду, то есть здесь должно быть 5 оставлено петель, потому что там на одну больше. Значит, в 5-м, вернее, это ряд, когда для маленького размера у вас здесь будет 4 незаконченных ряда, и вот на 5-м ряду незаконченном, именно незаконченном, вот, и для большого размера здесь будет 5 на одну больше. И на 6-м ряду мы начинаем делать сокращение. Ну, то есть, либо здесь перепроверяйте, либо просто по рядам отсчитывайте с начала вязания. Здесь я делаю после кромочной петли, провязываю 2 петли вместе вот таким вот образом. Ну, то есть, сокращаю одну петлю вот таким вот образом. И далее вяжу, пока не сокращу, 6 петель, точно так же, как я прибавила. То есть, здесь у нас будет 6 раз сокращение в каждом лицевом ряду. А здесь, опять же, мы делаем этот скос. Вот, и продолжаем. Итак, девчоночки, смотрите, что у нас здесь как бы происходит. Значит, сократила я здесь 6 петель. Здесь у меня, у всех должно так быть, получается первый ряд. То есть здесь на последней петле закончен 3-й раппорт. И мы начинаем 4-й раппорт. И вот на стыке 3-го и 4-го раппорта мы сейчас будем закрывать петли вот этого ушка и набирать петли на козырек. Вот так вот это будет выглядеть. Сейчас я по шажочку с вами пройдусь. Значит, за сколько же я буду закрывать петель? Здесь мы набирали 20, закрывать я буду 30 петель. Для обеих размеров, то есть на 10 петель больше, чем мы двадцать 8, 29 и 30. Так. И далее вяжем ряд до конца. Так как это первый ряд, здесь у меня пойдут соединения этих незаконченных рядов. И в изнаночном ряду мы сейчас наберем козырек. Значит, сколько набираем козырек? Для большого размера это 20 петель, для вот этого размера. И для вот этого размера это будет 15 петель. И будем вязать вот таким вот образом 3 раппорта. Ровно здесь Я имею в виду вместе с козырьком. Итак, я набираю 15 петель. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 10, 11, 12, 13, 15. И вяжу теперь с этой стороны ровненько. Там я вывязываю эти клинышки, как и вязала. И целых 3 раппорта. Это в моем случае 66 рядов. У кого большая шапка 72 там получится ряда. И продолжаем. Такс. Теперь я провязала 3 раппорта. И что я буду делать? Я снова здесь закрою 15 петель или 20 петель, как в зависимости от размера. И буду делать так: 15, 20. И здесь добавлю 30. Сейчас все мы с вами пройдем пошагово. И буду вязать второе ухо. Так, сейчас я вам... Смотрите, сколько у нас, проверяйте по раппортам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть сейчас. У нас вот таких клинышков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть все правильно. Сейчас я закрываю 15 петель. Это мой козырек. Так, вот он наш козыречек. Прекрасно. И теперь вяжу до конца ряда. И в следующем ряду наберу 30 петель, которые нам нужны для ушка. Это первый ряд нашего ушка. Вернее, первый ряд нашего клинышка, в котором мы опять же соединяем. Вот видите, все у нас завязано на вот этих вот клиньях. Поэтому вы должны считать, тут не надо, тут просто основываемся на вот этих вот как бы клинышках, и все. И вяжем. Вот пока вяжу, еще раз скажу, девчонки, можно же эту ушанку уменьшить и до маленького размера детского. То есть вы будете вязать еще клин, меньше у вас будет вот эта часть, как бы набор в высоту, если изменять. И меньше клин, то есть на 8 петель, либо даже на 7 петель. Вот. Вы таким образом можете уменьшить эту шапку. Если, конечно же, вам не совсем понятно, как уменьшить, я могу снять и детскую как бы шапочку. Но я думаю, там принцип-то понятен, как... А уменьшить, увеличить, я думаю, уже можно. Но если нет, то я, конечно, могу снять и видео. Ничего страшного не случится. Так, есть. И теперь в этом ряду, в конце ряда, я наберу 30 петель и полностью продублирую вот эту вот ушко, как я вязала. То есть это сейчас, это мы повторяем вот эту вот часть. Вот сейчас вот эту вот. Я сейчас набираю 30 петель, потом... Добавление, ровная часть, сокращение. То есть все полностью дублируется. И сейчас я это сделаю. Здесь у нас 2 клинышка. И вот полностью все вот это. Если не запомнили, то возвращаемся в видео, где первое ухо мы вязали. И вяжем по нему. Ну, уже на финишной прямой, мы уже перевалили за половину. Уже все нам ясно и понятно на этом этапе, поэтому далее уже все будет быстренько. Так, 30 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот, прекрасно. И теперь начинаем вязать ухо. Дубль 2. Итак. Итак, второе ухо у нас связано. Теперь нам остался последний штрих. Это один рапортик спиночки, ну, задней части. То есть здесь я закрываю 20 петель, точно столько, сколько я здесь набирала. Я их закрываю, потому что здесь у нас на переднюю часть было 30, то здесь у нас на заднюю половиночку 20. И я закрываю все петли. Ой, все 20. Закрыла, и теперь вяжу последний один раппорт. Так, я сейчас вам покажу, что у нас вторая деталь полностью. Вот если козырючек сложить пополам, то здесь у нас все полностью дублируется, и вот эту часть нам осталось довязать, что я сейчас и делаю. Итак, вот я провязала последний раппорт, девчонки. Видите? Теперь мне нужно... То есть шапка, по сути, моя уже готова. Вот. Мне нужно на вот эту вот спицу. Очень важно, чтобы спица осталась вот здесь, вот как бы внизу. Поднять петли. Вот эту вот распустить, дополнительную, вспомогательную. И поднять петли на вторую спицу. Сшивать, девчонки, сшивать я буду, сразу скажу, здесь в идеале бы было, то есть я вот так вот, я убираю эту дополнительную нить и надеваю петли. В идеале петля в петлю шов вообще будет как круговая, но я закрою петли крючком, потому что мастер-класс подробный предполагается для новичков, а новички, я не уверена, что все владеют вот этим вот способом закрытия иглой, поэтому я сделаю вариант как для новичков, упростив это все дело. Вот, потому что я сама недавно овладела этой иглой, честное слово, я не умела делать этот шов петля в петлю, вот правда. Так, вот у меня уже и слетели эти петельки. Значит, вот так вот это выглядит. Девчонки, вот смотрите. В принципе, это, здесь и нет лицевой и изнаночной стороны. Да, я вот смотрю по вот этим вот рубчикам. Ими я складываю вовнутрь эти два рубчика, чтобы у нас максимально как бы в промежуток спрятать этот шов. И беру крючок, снимаю по одной петле с каждой спицы. И вот здесь вот у меня пока обе ниточки. Один раз я захвачу обе ниточки, которые у нас остались от набора и от вязания. Далее одну оставляю, эту я просто потом затяну, а основную нитью вяжу, как бы снимаю по одной петле с каждой спицы. Здесь у меня осталось, и я провязываю по 3 петли. Таким вот образом я сшиваю. Так, и вот когда мы все петли вот таким вот образом сшили, да, мы здесь оставляем чуть побольше ниточку, и нам нужно зашить, я здесь вот так вот сделаю узелок, вот эту нить я продену в иглу и пымпочку вот эту вот стяну. Просто вот так вот все кромочные одену и стяну. Так, здесь вот это место. Протягиваем наизнанку. И если это одинарная шапочка, то прихватываем козырек, да, чтобы он не падал. Это обязательно. Вот эта макушка ляжется потом со временем, и козырек мы прихватываем. Вот здесь вот выравниваем, чтобы было рубчик в рубчик совпадало. Одним стежком здесь я просто привязываю. И с другой стороны то же самое. Можно сделать завязки, можно не делать завязки. Это вопрос уже такой вкуса. Все, в принципе, и все. Такая вот у нас